Эта загадочная окаменелость возрастом 68 миллионов лет оказалась яйцом с мягкой скорлупой. Такой вывод сделали чилийские ученые, которые исследовали находку с 2011 года. Яйцо обнаружили в Антарктиде. Мы начали с гипотезы о том, что это внутренний орган какой-то морской рептилии. Также была версия о водорослях, которые каким-то образом спутались в клубок. Потом стало понятно, что нужен более глубокий и детальный анализ. Специалисты сделали химический анализ и определили, что окаменелость – это скорлупа яйца. Структура у нее почти такая же, как у скорлупы яиц некоторых ящериц и змей. При этом размер доисторического яйца огромный – 29 на 20 сантиметров. Больше были только у вымерших слоновых птиц Мадагаскара. Рядом с находкой не было останков матери, а внутри нее оказалась пустота. Поэтому ученые строят разные предположения о том, кому принадлежало яйцо. Они полагают, что его могла отложить морская ящерица из семейства мозазавров. Принимая гипотезу о том, что это был мозазавр, можно провести параллель с нынешними ящерицами и подсчитать, насколько яйцо меньше тела взрослой особи. С этими данными можно решить уравнение и узнать размер мозазавра, гигантской ящерицы, отложившей яйцо. Мы предполагаем, что она была длиной от 7 до 17 метров. Гипотеза чилийских ученых ставит под сомнение версию о том, что мозазавры рожали живых детенышей. Эти гигантские ящерицы вымерли вместе с динозаврами 66 миллионов лет назад.